Компания «Совзонд» провела исследование по изменению земной поверхности при разработке алмазных месторождений. Наблюдения осуществлялись при помощи спутников. Подобный метод используется в компании впервые, рассказывают мои коллеги из Мирного. Определите движение земной коры с точностью до миллиметра. Такие данные можно получить в результате космического мониторинга промышленных объектов «Алроса». Согласно полученных результатов, мы можем возможность оценить, что движение земной коры на Удачинском ГОКе незначительное, несколько миллиметров. Ранее наблюдение за изменениями в земной коре велось с помощью наземного геодезического оборудования. Этот способ позволяет следить лишь за устойчивостью бортов карьера. Спутниковый метод расширяет границы исследуемых территорий, что является немаловажным фактором. Раньше мы эту же работу делали, так сказать, местными силами. Кто-то делает, если это небольшие карьеры, с силами маршейдерской службы. Когда такие карьеры, как Удачинский, у нас был карьер Удачный, мы привлекали стороннюю организацию специализированную. Вот с 95 года эти работы выполнял ООО «Генезис», которые проводили ежегодно. Начинали они с 4 циклов наблюдений, потом, когда получили результаты, что борта достаточно стоят, неплохо стоят. Договор по проведению космического мониторинга был заключен в ноябре прошлого года с компанией «Совзонд». На протяжении 3 лет специалистами будет проводиться дистанционная оценка смещений с миллиметровой точностью по всей площади земной поверхности промышленных территорий ГОКов акционерной компании «Алроса». Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».